Всем привет, друзья! С вами Закупыч и в поиске поросенка, пятачка, который продается только в Магнит Гипер. Мы поехали в Магнит Гипер. Вот, сейчас вы увидите оттуда кадры. Товарищи, а мы приехали в Магнит Гипер, чтобы купить недостающего нам пятачка. Сейчас мы его найдем. Так, акция тут есть, все нормально. Тут руки можно продезинфицировать, эти перчаточки одеть одноразовые. И, разумеется, мы там не нашли этого пятачка, потому что их раскупили за один день. Получается, акция стартовала вчера, на следующий день я поехал в Магнит Гипер, и их уже нету. Что-то мне кажется, что сотрудники самого Магнита сами их же и разбирают, а потом продают где-нибудь на сайтах. То же самое, как было с сумками «Играй, как Рональдиньо». Помните, вообще все товары, которые продаются только в Магнит Гипер, они исчезают сразу же. То есть, смотрите, зато тут есть Простоквашино кот. Да, берем его, чтобы сравнить с таким, с обычным. Так, а пятачка? Написано. Пятачок. Пятачок, да. Матроскина мы там нашли, смотрите, Простоквашино, который как бы редкий тоже. Потому что в обычном Магните, вот в моем, у меня был вот такой, видите, кот Матроскин Простоквашино. А здесь кот Матроскин, видите, Простоквашино, именно Простоквашино. То есть у него на этом самом, на галстучке нарисовано вот это Простоквашино. То есть различий вообще никаких нету. Единственное, что у него шарфик более длинный, и на длинной стороне шарфика написано Простоквашино. А так все то же самое, даже такой же шарфик. То есть, видите, шарик ничем не отличается, поэтому я его даже открывать не буду. Пускай будет у меня вот такой коллекционный. Я вам советую покупать кота Матроскина Простоквашино, потому что он более редкий, чем обычный. Ну, даже не знаю, но можете со мной поспорить. Да, можете со мной поспорить. Здравствуйте. А не подскажете, пятачков на складе нет? А то их, смотри, разобрали. Нету? Вот, так что купил себе Матроскина, а поросенка я так и не нашел. В Москве всего 3 Магнит Гипер, и нигде их нету, поэтому подскажите мне, где в Москве можно купить вот этого поросенка, который самый редкий, продается только в Магните Гипер. Ничего себе, можно даже цветочную композицию купить за 19 рублей. Да, 19 рублей, вот это скидка. Видела, Валь, к Хэллоуину по 1000 рублей были корзины? Сейчас 19 рублей стоит. Тыква с цветами. Но они уже засохли. И за 9 рублей даже можно купить. Также, что мы еще купили? Мы купили вот такого... Кто это? Это собачка? Да. А это что за собачка? А это королевская собака, как ее там? Корги. Да, корги. Вот такая корги. Посмотрите, какие у нее миленькие лапки. Лапки вообще, вообще офигенные, да, розовенькие. А здесь, а на передних лапках почему-то нету ничего, да? И она очень мягкая. Я рад, что в Магните продается такая милота. Она очень мягкая, серьезно. Ее вот на ней можно полежать, да. Что? Что? Милан, все, иди. Обалдеть, вы посмотрите, сколько игрушек тут всяких. Ё-моё, даже есть собаки вот такие мягенькие. О, лежачие. Лежачая собачка. Очень милая, кстати, за 300 рублей норм. И здесь даже есть беззубики, можно купить по 100 рублей. И даже эти мимимишки тоже по 100 рублей. Разбирайте, кто не успел собрать себе коллекцию. И даже сказочный патруль тут есть. О, вывернушки. Но я про них уже снимал. Также, смотрите, есть в Магните, это я в обычном Магните купил, вот такие огромные яйца по акции 290 рублей. Сюрприз Max Apple Duo. Давайте-ка мы сегодня откроем их. Мне интересно, кто же нам там выпадет. И еще купил себе вот эти, как его, скрепыши 3 яйцо, пластиковый мармелад. Ну, давайте начнем с большого яйца. Яйца. Интересно, кто там внутри. Ничего себе, вода Магнит, никогда такой не видел. 25 рублей вода Магнит. Кто пробовал, как она вам? Да, я люблю открывать, чтобы аккуратненько все открылось. О, вот так. Чик. Ну, практически аккуратненько. Хоп. Все равно рвется. А вот вода Магнит не газированная. Просто я видел рекламу на сайте вот этой акции мультиши. И там был Магнит, который был наполнен только товарами Магнита. Там была вода Магнита. Я такой думаю, блин, я никогда не видел такой воды. Оказывается, она есть. Так, открываем. О, открылась аккуратненько. Шоколадка. Шоколадку отнесем на улицу, детям раздадим. Так, это у нас желтая. Не, Милан, не надо. Так. О, это лиса какая-то крутая. Ничего себе. Это новогодняя лиса Apple Duo. Смотрите, какая. Все, скоро Новый год. Смотрите, ванилла, кока-кола с Дедом Морозом. Шик.
79 рублей стоит. Так, а вот еще ванила есть. Ее можно отсканировать через мобильное приложение, и она у вас оживет в коллекции Apple Duo. Так, ну давайте посмотрим инструкцию. Инструкция вот, типа хвост вставляем вот эту большую часть с кружкой, потом сверху голову, и три она у вас что, будет качаться? Не понял. Типа ты ее заводишь, и она качается, на солнышке чилит. Непонятный какой-то конструктор. Так, и всего в коллекции 1, 2, 3, 4, 5. 5 животных. Есть лисы обычные рыжие, есть лисы полярные. Видите, я как раз-таки снимал на полярного волка обзор недавно, где гостиня. И здесь вот видите, типа похожие они. 129 рублей, новогодний Принглс. Вы посмотрите, какая красота. Так вообще тут много вкусов всяких. Паприка. Что еще? Оригинал. И краб. Ну, все разные. Надеюсь, повторок не будет. Но, опять же, в большом... Это не самый большой киндер. Это по размеру, получается, средний киндер. И что он умеет делать? Да, он качается. На своем хвосте. Это как, знаешь, как папа лис. Типа, который пришел домой отдыхать. У него есть кофеечек. Видите, тут что-то такое темное. То есть, скорее всего, это кофе. Вот, у него мягенькая рука. А, рука еще крутится. То есть вы еще руку можете крутить чуть-чуть. Так, лучше не сломать. Да, лучше не ломайте. Вот, у него усики вот такие классные. Вообще прикольная лиса, да? Ага. Вот, и вот так ты можешь ее, типа, вот так тринь, как антистресс, вот ее качать, смотрите. Вот она, хоп. То есть так берешь ему за ножку, тинь, и он качается. Ну, какая-то странная игрушка. Тика-тика. За те же самые деньги в фикс прайсе можно купить маятник. Вот, дай мне, Милан. Маятник, он железный, который из фикс-прайса. Смотрите, это будет в другом обзоре, я вам просто покажу спойлер. Слушайте, в магните дофига скрепышей 3. 44 рубля монстры на каникулах, сладкие медали. Потом есть вот эти свитбоксы, которые новые. Зомби 2 серия. Была первая, это вторая. Потом за 79 рублей есть вот такое яйцо. Подарок внутри. Мармелад. А какой там подарок, неизвестно, да? И яйца сюрприз. Но мы яйца сюрприз снимали, свитбокс снимали, а вот это мы не снимали. Может такое взять? Давайте возьму. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой маятник можно в фикс прайсе купить в два раза дешевле. Смотрите, тут тоже вот типа металлические шарики, ну такие стеклянные, которые крутятся, помогают делать тебе выбор. Есть вопросы, есть ответ. Прикольная тема, вот, да. Это можно еще купить в Милоте. В Милоте? В магазине Милоты? Да. Так, ладно. В магазине моди. Ого-гошеньки, уже Новый год вовсю в киндер-сюрпризах, но это все старые коллекции. Хотя есть киндер-микс какой-то, мини-микс. Сканируй и наполняй волшебством. А что там внутри? Ну там какая-нибудь дичь, ладно, не буду покупать, 149 рублей. Новогодний подарок, наверное, там еда в основном. Вот, давайте теперь открывать монстры на каникулах, мармелад, подарок внутри. Во, вот такой. Интересно, что там будет. Я киндеры вам уже показывал. Потом мы показывали вам сюрпризики, да? Угу. А, тут просто мозаика. Пакетик будет прикольный. Собери всю коллекцию магнитиков. То есть ты собираешь магнитики. То есть нужно собрать всю коллекцию. А, вот мне кто присылал, помните, мне подписчик присылал таких же, я не мог понять, откуда это он взял такие штуки крутые. Это у нас голова, и наклейка еще внутри. Внутри еще есть наклейка, видите, можно наклеить себе куда-нибудь, хопа. Ага. Наклейка монстры и магнитики, вот такие магнитики. Мне выпадает 4 штуки. А здесь есть инструкция, да, как они должны быть, то есть вот так. Снизу его мумия, у меня не выпала мумия. Этот вот здесь. Волк с краю. Так, то есть волка вот сюда. А волчичка к волку. Хоп, хоп. А, ну мне надо совсем чуть-чуть, чтобы собрать всю коллекцию. То есть, так, девчонка, вот так выглядит вся коллекция, вот. Ой, из нового мимимишки, мимимишек я не видел, но стоит 209 рублей, очень дорого за свитбокс. То есть нужно еще купить яйцо, и я смогу собрать уже полностью магнитную вот эту коллекцию. Возможно, она длиннее. Ну, как-то мне не очень. Она стоит, по-моему, 130 рублей в магните. Не так-то и дешево, а в итоге мы получаем... Ну, хотя это мозаика магнитная, то есть ее можно на холодильник повесить. Так что мы, наверное, на холодильник ее повесим. Так и сделаю. Во. Давайте последний киндер открою. Вот он, последний киндер-сюрприз Макси.
Так, а Валюша-то что-то набрала, Валюша показывает. Ты все-таки купил эту собачку, да? Это да, мне. Она офигенная. Это мне. Так, это Миланина, да? Это у Миланы было? Да. Так, яйцо я взял, гравюру вы взяли, будете рисовать, да? Да, я буду рисовать. Думаю, вот наштуки. И мы взяли кота Матроскина, Простоквашина именно. Только у нас не было вот этого. Да, у нас был обычный кот Матроскин. Да. Шоколад очень толстый. Вот единственный плюс от этого Kinder Surprise Maxi за 300 рублей, здесь шоколада реально во много раз больше, чем в обычном киндере. То есть настолько, сколько он стоит дороже, вот, настолько же здесь и круче всего внутри находится. Так, интересно, тут будет такой же лисенок? То есть новогодние киндеры начинаем открывать. А здесь уже во всю Новый год, смотрите, мишура, хлопушки, новогодние товары, гирлянды. Так, маленькие елочки по 400 рублей, куколки. Вон Леня себя присматривает, да, куколку? Мне нравятся вот они, вот эти. О, оригинал. Fortnite штампики из таких, из оригинальных игрух. Да. Так, собери их всех. Это что такое? Принцесски какие-то. А, ну этих я снимал, свитбокс-пакетики. Астроник, какие-то монстры, кстати. Собери их всех. О, ну вот эти я снимал обзор. Да. У меня есть на Морфокс. Так. Это что такое? А что, она орёт? Нет. Не, она должна петь, мне кажется, не? Нет. Какая-то странная собака. Да. За 200 рублей ничего не умеет делать. Боулинг за 300. Так, это что такое? А, это пластилин. За 200 рублей тачки, раскрой тайну и собери коллекцию. Так, ну тут лего подделки. Вывернушки плюшевые. Так, Милана тут смотрит опыт эксперимента, да? Папа, смотри, тут есть не только один, а много. Если такой низко. Ой, нет, мне больше нравится вот эта штука. Ты посмотри на этот класс. Вот это, да, подвигай глаза. Двигается? Нет. Нет, не двигается. Смотри, есть вот такой серебряный, есть золотой, медведь этот маленький. Угу. Есть волк, есть я еще один маленький. Смотри, наклейки щелкунчик по балету, по мюзиклу. И есть олень, пап. Есть такой щелкунчик. Вот еще где щелкунчик, видите? Вот еще щелкунчик красный с был. С цветом кожи, не щелкунческой. Вот да. Еще олень есть. Угу. А, не забывайте про мой челлендж. Лям до Нового года. Ребят, нужно подписаться на канал обязательно, если смотрите это видео. Нажимать внизу кнопку подписаться. Вау, это новый! И чтобы я успел до Нового года собрать себе 1 000 000 подписчиков на канале. Очень вас прошу, поставьте лайк и напишите в комментариях, какой товар вам сегодня понравился больше всего. Так, это лис. Оригинал Нерф за 1400 рублей. Вот это подгон. Вот это, да, дробовичок какой. И... Щик. И подделки. И краны. И даже есть Hot Wheels оригинал. Трасса. Непонятно, сколько она стоит. 500 рублей? Нет? Непонятно. Так. Это какие-то оригинальные куклы с Парки Герлс. Похожи на Фей Винкс. Монополия. О, помните, была акция? Почем они сейчас их продают? 400 рублей, да. Помните, раньше надо было набирать наклейки и покупать их. А теперь его практически даром, без наклеек, забирай. Домик, да, у нас такой есть. Да, только без ушей. А Валя себе взяла вот эти штуки на обзор, да? Стою, думаю, смотрю. На зоне нет, на Валбрисе нет. А сколько стоит здесь? 300 рублей. 300 рублей? Ну, ты... Дорого. Возьми 3 штучки, хорош. Лис вот этот выглядит покруче вроде как на первый взгляд. Это лисенок. А, это который учится играть, это, кататься на коньках. Знаете, в этих... На коньках бывают специальные такие штучки. Ты берешься за них и катаешься. Если ты не умеешь кататься, учишься так. Типа с водилочкой, с вот такой с возилочкой. Так, собираем его. Берем, вставляем голову сверху. Опа. И вставляем это дело в ножки вот сюда и держится. А, вот и все. Вот и все, элементарно все собирается. И теперь он может ездить. Да, слушай, это динамо-машинка. Видите, мы ее можем разогнать. Это динамо-машина. Круто. Вот он наш лисенок, где он на картинке. То есть у нас есть вот этот, который пьет кофеечек. И вот это, который... То есть это папа. Это значит у нас сын, который катается.
А где мама? А мама, наверное, вот эта, типа, после Глинтвейна. А вот смотрите, Travel Pursuit почему-то по полной цене 2200. Хотя он стоил по акции дешевле. Вот тебе подойдет. Не-не-не, выбирай, у нас есть дома такой. Нет, это Лёня. Ну, у нас дома есть, мы ему можем дать. Так, а тут всякие пакетики с сюрпризами. Так, по журналам из интересного вроде ничего не вижу. Так. Ну, Морфокс вот эти, конечно, интересные. Да, пакетики. Где гостиник делать. Так, все, больше ничего. Мне вот эта штука больше нравится. То есть папа у нас просто катается, а вот эта штука реально прикольные киндеры. Слушай, я этим киндерам ставлю лайк, мне они очень понравились. То есть разгоняем. Во, погнал. Ну-ка, еще разочек. Вообще крутая. Очень крутые чувачки. Нифига себе, смотри, что мы нашли. Мы нашли маску из игры в кальмара внутри автоаппарата. Ага. Вон она лежит. Игра в кальмара в автомате. Валь, прикинь, игра в кальмара, маска лежит. Ну что, игранем? Есть 50 рублей? Да есть. Попробуй давай. Достать ее. Доставай 50 рублей, еще игранем. Мой любимый аппарат. 100 рублей Валюша решила загрузить туда. Но в этом аппарате мы ни разу ничего не выигрывали, так что он плохой. Снимай, Валюша. Я хочу себе это, одна минуса маска. Так, открываем. Давайте попробуем корову убрать с маской, чтобы достать. Это... Она возле стенки лежит, но не получится. Сейчас пробую. Что ты вообще... вообще фигня. Достань маску от минуса. Можно попробовать маску на минус. Я хочу но себе. Но опять же они, наверное, не откроются. Так широко. Давай попробуем. Почти. Почти, пап. Я думаю, единственное, кого можно достать, это снова этого розового медведя, который стрёмный. Фу, нет, пап, не надо лучше. Ну попробуй попыть рядом. Да как он его возьмёт? Ну он стоит боком, как раз захватит его. Лоховский приз. Так, а шары, мне кажется, он не сможет достать. Давайте попробуем шары. Сможешь? Если бы ты еще так ровненько выставила. Ну вот без стенки там точно не получится. Ровненько ты не берешь, да? Так? Сейчас попробуем шар достать. Но он опять же упрется в руку, наверное. Дай Лёнь попробовать такую попытку. Надо. Может, у него получится. Надо пробовать. Лёня пробует попытку. Да пробуй, давай, ничего страшного. 10 рублей попытка, не так дорого. Вообще мимо. Мне кажется, попытку можно зацепить, что же такое. Но колбасу это точно можно было. Нифига себе! Давай Милан теперь. Блин, он зацепился за эту. Ага. Видите? Все, не получится. Теперь надо размотать его. Вот так. Видите? Да, но он тысяч время кончится. Время. 7 секунд. 6, 5. Ну, да практически. Я знаю, что попробовать. Давай. Только колбасу попробует. Да, я хочу. Да колбасу, по идее, должны достать. Ну, маска из игры кальмара, конечно, смущает. Я заказал на Озоне за 200 рублей там было. Попробуй попыть достать какой-нибудь, Милан, вот этот попыть. Вот около этой стоит, около колбасы. Ты очень сильно мотаешь его, успокойся. Опускай. Все, держите. Все, мы не выиграли. Так, и вот что мы выиграли. Мы выиграли вот такого медведя. И еще
Пупы сердечко в пластиковом корпусе. Можешь открывать? А, вот где спрятались все детские журналы. Вот тут есть, смотрите. Костюмы. Есть Леди Баг. Охранники. Есть гирлянда на елку. Лего. Вот Лего журнал. Мне больше всего нравится Лего журнал. Вот такой. Пингвин здесь. Так. И календарь для детей. Я тигренок и не киса. О, календарь. Почти сломался. Ну, сломался, да? Нет, он там давно так. Плохой пупы. Да. Все, ну... на кассу? Да. Вот, а на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на, на канал. Киндеры мне очень понравились. Потом мне очень понравился Кот Матроскин и Магнит. Дайте мне пятачка. Мне до полной коллекции только пятачка не хватает. Вы разобрали их везде. Все, всем пока.